30-летняя жительница Воронежа Марина Рыжкова в одночасье стала долларовым миллионером. Она получила наследство от умершего 59-летнего американского бизнесмена Майкла Эра. По словам источника, в ближайших кругах Рыжковой достался дом Эра с землей стоимостью около миллиона долларов на ранчо Санта-Фе в Калифорнии. Ну, как стало известно Лайфу, 30-летняя Марина Рыжкова попала в Америку, будучи ученицей Воронежского университета по одной из студенческих программ. Прожив в США несколько месяцев, Марина Рыжкова решила не возвращаться на родину. Закончившая с отличием Воронежский колледж экономики, менеджмента и права, девушка предпочла не получать российский диплом о высшем образовании и осталась в Штатах. Ну и устроилась на работу в местном банке секретаршей как раз-таки Майкла Эра. Никто не приглашал на обеды, ужины. Вот. И как-то я поняла, что я увидела через его глаза себя. Понимаете, я увидела в нем себя. Вот. И я увидела в нем одинаковые взгляды на жизнь. То есть одинаковые интересы. Интересы. Нам нравилась одинаковая музыка. Но через некоторое время влюбленные узнали о тяжелой болезни миллионера. Зная о своей скорой смерти, он составил завещание, согласно которому его возлюбленный отходил дом стоимостью около миллиона долларов. Помимо Рыжковой, в документы наследства также вписаны сестра бизнесмена, его дочь и близкая подруга. Но спустя некоторое время все три девушки оказались мертвы. По версии следствия, одна из них убила своих конкуренток в гонке за многомиллионное состоянием, а потом совершила суицид. Очень такая неприятная, конечно, ситуация. В общем, в итоге все досталось как раз-таки жительнице Воронежа, не только дом.